Приветствую вас. Конечно, такое может быть. То, что вы описываете, может быть. Причины у этого могут быть также совершенно разными. Вот. Но дело здесь не в этом. Дело здесь не в том, может или не может. Дело здесь в том, что измена – это показатель кризиса в ваших отношениях. И, на мой взгляд, если вы хотите сохранить семью, если вы любите своего мужа, то необходимо делать анализ ваших отношений для того, чтобы, ну, ситуация как минимум больше не повторилась. Потому что если муж изменил, значит, что-то его не устраивает. Значит, в вашей семье есть какая-то проблема. Да, это может быть неприятное, это может быть неудобное, это может быть неловко, но, и повторюсь, если вы хотите сохранить свою семью, то необходимо делать анализ ваших отношений и разбираться с тем, что конкретно вот между вами не так. Следующий очень важный момент касается того, что измена и для вас, и для вашего мужа в том числе, является правда. В том смысле, что это разрыв привычных таких вот моделей поведения, это разрыв таких вот привычных позиция, это разрыв привычного поведения, это разрыв привычных представлений, вот, и для вас, и для вашего мужа это драма. Может быть, в разной степени, но драма. Очень важно не принимать на свой счет то, что произошло. Очень важно не принимать на свой счет то, что сделал, например, ваш муж. То есть, с одной стороны, вы не принимаете это на свой счет. То есть, это никак вас не задевает. Если задевает, то нужна помощь психолога. Вот. Потому что это ваш внутренний конфликт, ваши внутренние такие вот сомнения в себе получают с одной стороны. Но с другой стороны есть у этого, безусловно, и основания. Да? То есть определенные ваши действия, которые привели к вот таким последствиям. И на это не нужно стараться закрывать глаза. Вот. Значит,
гораздо лучше, если вы, условно говоря, ну, посмотрите правде в глаза, да, и решите, как конкретно ваши действия и какие конкретно ваши действия привели к тому, что мужчина захотел переспать с другой женщиной. Вот. То есть крайне важно, крайне важно отделить то, как вы воспринимаете измену своего мужа от того, как оно стоит на самом деле. Вот. И взять на себя ответственность, да, то, что вот произошло. Так, консультация потребуется, и, скорее всего, вам и вашему мужу. Работа над собой, да? И, соответственно, если все будет хорошо, то вы сможете восстановить свою семью. Вот. Ну, видите, вы в своем вопросе просто спрашиваете, может ли такое быть. Имеется в виду, что вы не доверяете своему мужу, имеется в виду, что вы в нем сомневаетесь. Вот. И если вы в своем муже сомневаетесь, да, то это вопрос доверия. Вопрос доверия можно рассматривать с нескольких позиций. А именно, первая позиция — это когда доверие ориентировано на другого человека, и вторая позиция — это когда доверие ориентировано на самого человека, то есть на того, кто доверяет. И вы видите, как и что делает ваш муж, вы видите, как он себя ведет, вы видите, как он реагирует. Вот, соответственно, вам нужно задать себе, ну, такой достаточно, на мой взгляд, простой вопрос, да. На мой взгляд, достаточно простой вопрос. Как я это воспринимаю? Вот. То есть, доверяю ли я своему мужу, например, сейчас? Верю ли я то, что он чувствует, или нет. То есть, если вы сомневаетесь в нем, если вы допускаете, что ваш муж мог изменить вам, вот, просто потому, что он такой ветреный человек, да, ветреный, безответственный, там, эгоистичный, гедонист и прочее, вот, то вам нужно, соответственно, задать себе вопрос, хочу ли я быть с этим человеком, да, хочу ли я быть, могу ли я быть с ним, и прочее. И,
соответственно, после этого вам будет, ну, несколько лучше. Видно, чего вы хотите. После этого. Значит, если же вы знаете своего мужа и знаете его достаточно хорошо, и знаете, что человек так бы не поступил, что для него это не свойственно, что, ну, что раньше никаких таких проявлений не было, вот, то вот в таком случае все нужно решать проблему. Но все дело вот исключительно в том, верите ли вы ему. Для того, чтобы понять, верите ли вы ему, нужно спросить, верите ли вы себе, насколько вы доверяете себе. Вот. Основная мысль, которая является главной, это то, что измена показатель проблем в ваших отношениях. Вот. Это не значит, что муж вас, например, не любит, это не значит, что муж не хочет с вами быть, это значит наличие проблем в отношениях. И если вы хотите эту проблему решать, то у вас обязательно все получится. Вот, хотя и, безусловно, придется, конечно, посмотреть, ну, правду в глаза, да, и признать, что есть определенные вещи, которые вы, вероятно, делали, ну, не совсем верно. Вот. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать на данный момент. Вот. То есть ваш вопрос, да, он несколько странный. Конечно, вот вы пишете, что может ли быть такой человеком, да, то есть, ну, если он так говорит, значит, может, если такое происходит, значит, может, вот, то есть это вопрос недоверия вам к себе, вот, и я бы начал именно с определения того, как вы это все воспринимаете, как вас это вызывает, отчего и почему вам больно. Зачастую основная проблема заключается в том, что женщина чересчур сильно погрузилась в отношения, вся целиком и полностью отношениям отдавалась, вот, и сейчас, когда условно говоря, произошла измена, просто не знает, что делать дальше. Такое бывает. И как бы, ну, обвиняет мужа в предательстве, да, обвиняет мужа в том, что вот, он такой предатель, вот я все для тебя делал, а ты, значит, предал меня другой. Вот, но правда здесь в том, что именно подобное растворение в
отношениях, оно и является проблемой здесь. И, соответственно, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы, если есть такое вот основание, да, полагать, что вы чересчур растворяете своего мужа, чтобы как раз таки перестали это делать, чтобы больше думали о себе, чтобы больше обращали внимание на себя и прочее, чтобы муж вас ценил. Потому что, ну, вследствие чего возникает, вот, ну, измена, вследствие чего возникает измена, да. Да, очень просто, на самом деле, вследствие того, что, мужчина хочет, ну, почувствовать себя мужчиной, вот, мужчина хочет почувствовать себя мужчиной, а с вами у него это не получается, вот, и, собственно, именно поэтому и возникает такой вот, ну, такая вот необходимость в том, чтобы изменить. Даже если, даже если, как бы чисто внешне человек этого не признает. Вот, ну, потому что признать это достаточно тяжело и стыдно бывает. Вот, именно поэтому ваши отношения с вашим мужем как раз таки, возможно, перестали быть вот в необходимой мере гендерными, и стали более такими социальными, если угодно, вот, они стали более такими, может быть, рафинированными, вот, что на пользу им, конечно, идти не может. А при этом гендерные потребности, ну, получается, остаются за бортом, вот. Такая вот история. В принципе, я думаю, что на этом вполне себе можно закончить мой ответ. Который вот, ну, вы слушаете сейчас, я думаю, что остальные все аспекты можно будет разобрать уже на личной консультации, в зависимости от того, чего вы хотите. Вот. Но сейчас самое главное не держать ваши чувства в себе, то есть проживать их. Вам больно, вам неприятно, вот, и ключевой момент в том, чтобы их проживать, чтобы их не сдерживать, чтобы не пытаться подавлять их и прочее. Потому что
будете подавлять, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. Можете в этом быть уверены абсолютно. Ничего хорошего, как бы, ну, ничего хорошего из этого не выйдет для вас, по крайней мере. Вот. Поэтому здесь вот такая история. Очень жаль, что такое с вами произошло, конечно же, вот, но нужно жить дальше, поэтому если вы готовы работать, именно, если вы готовы работать над отношениями, вот, то мы, психологи, с радостью вам поможем в этом, и с радостью покажем, именно покажем, продемонстрируем то, что, ну, то, какие могут быть проблемы у вас с вашим, например, мужчиной и прочее, Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.